Всем привет, меня зовут Людмила. У меня сегодня очередная распаковочка с сайта AliExpress. У меня здесь 10 посылок и одна, вот эта самая большая. Это подарочек для вас, мои уважаемые подписчики. Как всегда, условия в конце, дата проведения в конце. А сначала давайте посмотрим, какие посылочки пришли мне. Я сегодня без маникюра, только буквально села делать. И тут меня осеняет, что у меня лежит целая распаковка. Это не все ногтевое, но большое число ногтевых товаров. Я просто обработала ногти, покрыла их базой. И теперь с нетерпением хочу открыть посылочки и посмотреть, что там. Итак, приступим. Как быстро пришел этот товар? Вот этот товар я заказала. Это сигнализация для дома, детектор утечки воды. Муж попросил для хозяйства, говорит, нужно на случай аварии. Все-таки дом частный. Говорят, очень громкий сигнал. Мы сейчас попробуем проверить. Вставим батарейки, принесу водичку. В общем, заказала его 27 июля. Оплатила. И вот уже сегодня 14 августа. Товар у меня. Это очень быстро, классно. Давайте попробуем его. Здесь, судя по всему, двойной скотч. Это датчик, который в случае погружения в воду срабатывает. Вот это, я так понимаю, надо прикреплять с помощью двойного скотча на стену. Так, давайте проверим батарейки. Здесь две батарейки должно быть. Принесла воду, вставила батарейки. Пробуем. Нет. В общем, большие батарейки здесь не лезут. Маленькие батарейки вот так болтаются. Мы поняли, что нужно вот такую батарейку. Пробуем вставлять здесь плюс-минус. Соединяем. Не знаем, работает батарейка или нет. Пробуем. Водичка. Так, здесь включил, вот он off. Если что, не пугайтесь. Говорят, 120 децибел. Я думаю, достаточно. Отлично работает. Пойду отдам мужу, пусть приспосабливает куда хотел. Следующая посылочка. Это такая щеточка. Написано для мытья головы. То есть, как бы для стимуляция кровообращения при выпадении волос. Достаточно жесткая, не силиконовая, это пластик. Вместо скрабчиков для удаления лака, геля с волос. Я взяла для массажа. Кстати, очень недорогая была и пришла тоже относительно быстро. Это также заказала 26 июля, получила вот сегодня 14 августа, тоже очень быстро. Сейчас расскажу, что это. Это такие силиконовые пады для миостимулятора. Я купила себе миостимулятор. Сейчас. Буквально 2 недели назад купила миостимулятор Ямагучи для пресса. Ничего пока сказать не могу. Здесь такие тоже силиконовые подушечки, видите, но они неправильной формы. И вот эта подушечка немножко не закрывает. Я взяла побольше, думаю, может быть, так вот надрезать здесь вот и тут вот приложить. В общем, голь на выдумку фитра. Вот на нижней подходит, а на верхней немножечко не хватает, потому что здесь они вот такие, вот прям такого размера. Это чтобы не использовать всякие гели,
В общем, сейчас делают так. Говорят, что вот этих подушечек хватает ровно на месяц. Поэтому я заказала. Пришли они очень быстро, за 2 недели. Очень пакетик хороший сразу. И пупырочка приклеенная. Очень плотный. Но все равно умудрилась разрезать упаковку. Также доставка очень быстрая. Я прям поражаюсь доставке. Можно сказать, молниеносные. Это прессованные масочки для лица. Как раз вода здесь недалеко. Давайте попробуем. Очень быстро набухает. Это просто обычная маска. Без всяких добавлений. Просто чистенькая салфеточка. Вы можете сделать какой-то вот полезный раствор. Допустим, там ромашку или алоэ какой-то. Ну, в общем, какой-то волшебный эликсир, так скажем. Опустить эту масочку в него. И вот так вот. Давайте отожмем. Чтобы не капало. Я отжала, потому что сейчас у меня больет здесь все кругом. А так, по идее, можно не отжимать. Сразу на лицо. С большим количеством. Вот такая масочка. Расправилась. Масочка хлопковая, тоненькая. Я думаю, на лице будет хорошо располагаться. Размер, ну, нормальный размер. Небольшая, не маленькая. Круглая. Как раз на мое круглое лицо. Шутка. Их в упаковочке здесь 50 штук. Давайте попробуем ее порвать. Она поскрипывает, но не рвется, смотрите, правда. Вот, порвалась. Ну, очень сложно порвать. Я думала, будет как бумага. Нет, это такое... Не тканный материал, я думаю. Как и обещала, начались ногтевые посылочки. Упаковка, конечно, ни о чем. И тонкий пакетик. Это масло для кутикулы. Арбузное и клубничное. Я думаю, всем известен этот товар. Объем тут, по-моему, если я не ошибаюсь, 5, по-моему, грамм. 3 миллилитра. Объем 3 миллилитра. Так вот вращается на конце. Здесь выходит маслица. Сейчас попробуем. Вот маслица выходит для увлажнения кутикулки. Взяла 2, потому что одну точно заберет моя младшая дочь. Она обожает играть с такими штучками. У нее пустые забрала уже. Конечно, их потеряла. Поэтому взяла ей полную. Ну и здесь ромашка. Ромашка для гель-лака. Это кисточки. Очень упругий ворс. По-моему, не синтетика. Я не особо специалист. В белом цвете 2 штуки. В черном 2 штуки. И в розовом. Ими можно наносить как гель-лак. Брала для базы. А также можно... По прямому назначению, так сказать. И тени, и помаду. И мне кажется, тут, смотрите, небольшой скос есть. Некоторые используют для бровей, но мне не нужен для бровей. Поэтому в хозяйстве пригодится. До меня дополз наконец-то этот лак. Я не знаю, сколько он шел. Наверное, 5 месяцев. Я уже, конечно, выиграла по нему спор. И был он что-то то ли за 70 копеек, то ли за 18 рублей. В общем, что-то очень и очень халявное.
Я, кстати, давайте вот эту ромашку сразу и опробуем. Вот так этот гель-лак выглядит в два слоя. Очень необычный цвет, серо-синий. И в нем вкрапление золотистых маленьких-маленьких блесточек, шиммер. Очень необычно. Гель-лак называется Mad Doll, то есть сумасшедшая кукла. И номер это, скорее всего, AG01. Поражаюсь сегодня доставки. Это заказано в те же дни, что и предыдущие посылочки. Очень быстрая доставка. В общем, у меня на камере, на которой я сейчас снимаю, наверху есть такой отдельчик, чтобы вставить вот такую вот пластиночку. И мне нужно закрепить кольцевую лампу. Как раз вот сюда, вот на этот шарнирчик я закреплю лампу, и будет хорошее освещение. Потому что сейчас немного пойдет реклама. Моя младшая дочка, мы открыли ей детский канал, но канал не с играми и распаковками, как мы привыкли видеть у детей, а моя дочь младшая, которой всего лишь 5 лет, она готовит. Ей очень нравится этот процесс. Один раз она сняла видео, такое как бы смешное, нам это понравилось, и мы решили снимать, как она готовит. Поэтому ссылочку оставлю в описании, кому интересно, сходите, посмотрите. У нее уже там около 10 видео. Будем рады новым подписчикам. И вот эта штучка как раз, чтобы наше освещение, наши видео были лучше, чтобы видео было качественное. Я даже не знаю, как это называется. Этот шарнир, он так вот вращается здесь. Вот в разные стороны его можно зафиксировать. Так вот закрутить. После съемки я кольцевую лампу поставлю на камеру. Обязательно сделаю фотографию и вам вставлю здесь где-нибудь, как это смотрится. Ну и теперь основная посылочка. Самая большая в этой распаковочке. Заказанная специально для моих подписчиков, для розыгрыша. Давайте посмотрим, что это за подарок для вас. Я знаю, что здесь находится, поэтому открыть хочется аккуратно. Отправлять буду, постараюсь, ну там воздух китайский, постараюсь отправить в этом же китайском воздухе, чтобы, не дай бог, это не повредилось. Продавец молодец, он упаковал все просто потрясающе. Первое, что здесь мы видим, это лампа на 30, 60 и 90 секунд с датчиками, без дна. Здесь USB-зарядка, но продавец положил вилочку. Спасибо большое. Сейчас попробуем включим и проверим, работает ли она. Вам не очень хорошо видно, но дисплей загорелся. Сейчас я уберу свое освещение. Посмотрите, датчики сработали. Все в порядке. Насколько ватт она, я точно сказать сейчас не могу. Таймер начинается с 99 секунд, обратный отсчет. Как-то не очень хорошо вам видно. Но мне видно нормально. Красные циферки. Здесь 30 секунд. 60 секунд, 90 секунд. Все отлично работает. Здесь три пилки. Набор для педикюра. Разделители, вернее, для педикюра. Ремуверы для ногтей. Это для тех, кто размачивает гель-лак, а не спиливает. Ой. Здесь пушер
с топориком. Пушер с топориком и удалитель кутикулы. Но я таким тоже не пользуюсь, хотя очень, говорят, удобно. Это пилка. Четырехступенчатая. В пакетике. Масло для кутикулы лавандовое. Открывать не буду. Такие, я забыла, как называют, сейчас сказать. Кусочки для ногтей. Здесь 5 зажимов. Тоже для снятия лаком. Гель-лаком. Ленты для декора. Золотая, серебряная, серая, белая, черная вроде. В общем, не буду тоже открывать. Здесь бульоночки. Ну, бульоночки, конечно, смешные. Не бульоночки, а декор для ногтей, так назовем. Он пластиковый. Здесь на серебряной подложечке. А здесь просто полубусинки пластиковые. Если их не покрывать базом или топом, то они носятся достаточно нормально. От базы топа они облазят. Здесь трафареты для французского маникюра. Раз, два, три. И также такие наклеечки. Я думаю, они на силиконовой основе. Объемные. Даже не знаю, как назвать. Какие-то рисунки. Золотые. Щеточка. Это клей для ногтей. Некоторые используют, потому что верхние формы приклеивают себе. Ну, то есть на любителей, так сказала. Но можно также наклеивать стразовый декор на ногти с помощью этого клея. А еще, кстати, ремонтируют им трещины временно до похода к мастеру. И здесь должны быть цветные гель-лаки. Они здесь уложены по 2. Очень хорошо. Они не повредились при транспортировке. Молодец, хорошо очень продавец упаковал. Так, здесь вот я вижу база. Насчет аллергии не знаю, у кого как она вызывает. У меня нет аллергии ни на какие товары с Алиэкспрессом, поэтому я без опаски пользуюсь всеми и топами, и базами, и также лаками. Это топчик. Топчик густой. Вот если бы база была бы такой, было бы хорошо, конечно, а топчик такой густой. Специфичный запах очень. Не цветами, конечно. Я даже не знаю, как выкрашивать, не выкрашивать. Вам просто показать цвета во флаконах. Я думаю, что смысла выкрашивать нету, потому что все-таки это на подарок. И как бы пользоваться этим, я думаю, не стоит. А вы как считаете? Напишите в комментариях. Давайте я просто покажу вам цвета. Так, это 11-й. И он очень красивый. Моя камера отказывается фокусироваться. В общем, лак синий, очень красивый, с серебристыми блестками разного размера, мелкие и гексагончики крупные. Извините, камера не фокусируется. Следующий. Это серебряный мелкий-мелкий шиммер. Очень красивый. Светлое серебро. Номер 01. Следующий номер. Y6. Это такой красно-розовый шиммерный с серебристыми блестками, также мелкие гексагончики.
номер 15. Это чистый белый гель-лак. Номер 23. Очень красивый сиреневый цвет, однотонный. Номер 16. Я думаю, это просто черный. Номер 34. Очень необычный цвет. Ярко-ярко-голубой. С каким-то подтоном, даже не описать с каким. Однотоночком. Густота лаков, кстати говоря, очень даже замечательная. Не жидкие, не густые, такие средненькие. Это такой бордовый кирпичный, ближе к терракотовому оттенок. Моя камера отказывается сегодня работать вообще. Номер 41. Ярко-ярко-красный, я бы сказала, алый оттенок. Номер 26. Это такой нежно-кораллово-розовый. Кстати, очень подходит к цвету лампы. Вот такой наборчик для начинающих нейл-мастеров у меня сегодня в розыгрыше. Я надеюсь, вам понравился. А теперь условия розыгрыша. Оставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, оставить комментарий под видео. Кто не видел мои розыгрыши, оставлю обязательно ссылочку в правом верхнем углу. Розыгрыш проведу через 10 дней. Сниму видео на телефон, потому что прямую трансляцию проводить я не могу. У меня нету 1000 подписчиков. Я надеюсь, моя распаковочка вам сегодня понравилась. Мой приз для розыгрыша, надеюсь, тоже вам понравился. А я желаю вам всего доброго. Пока-пока.